Всем привет, друзья! Опять я сегодня приехал в Мэриленд, Сасквахана Ривер. Куча народу тут, фотографов, фотографируют птиц тут. Очень приличное их количество. Ну вот я вижу орлы. Редко увидишь так. Их много, да? Опять буду ловить судака, друзья, сегодня. Во всяком случае, буду пытаться словить. В прошлый раз было... Ай. Ребята. Фотограф. Очень прилично. Рыбаков немного, это хорошо. Попытаемся словить судака. В прошлый раз я ловил. В основном страйбез был. Увидим, что получится сегодня. Шайд прыгает, ребята, прямо здесь. Ну ладно, попробуем ближе туда, прямо в бурло. Опа, тычок был, тычок. Ух ты! Вот такой кайтэч, ребята. Чебурашка. 21 грамм. Ну, сейчас поменяю, потому что зацепов много, да? Где-то на третьей паузе уже повисаешь в камнях. Поэтому я сейчас, наверное, поставлю поменьше. Потому что судак любит паузы. Приходится вот достать до дна первый раз, а потом стараться где-то идти. Но это больше на страйбеса проводка. Что и показала в прошлый раз. То есть хорошо страйбес бил. Ох, вон селедка выпрыгивает. А судак больше любит такие паузы. Что в таком месте тяжело сделать, ребята? Все в камнях. Какая чебурашечка не держит вообще. Ноль. Поэтому вернемся к тяжелой 20-граммовой. Ну как тяжелый? Ну тяжелее, чем это, во всяком случае.
У нас ребята не продаются. Чебурашки приходится на Алиэкспрессе заказывать все. Чебурашечки. Не понимают преимущества. О, это оно. Это, ну да, сразу зацепы, конечно. Паренек рядом взял. Сейчас посмотрим, что. Вали? Вау! Асом, судака глупанул. Вау. Это гуд. Это гуд, ребята. Черт. First? А, really? You're not from here, no? I moved from Indiana. I lived here 5 years. Ah, all right, all right. Awesome. Теперь нам надо взять, ребята. Нам надо взять. Эх, ребята, первый снег выпал. Сегодня такая... Вчера целый день шел, а сегодня погода просто минус 2. Прелесть, солнце. Ну и где судак только, друзья? Где судак? Мне нужен судак. Может, поздновато приехал. 8 утра, тут уже уходили люди. Они тут по-другому ловят. У них небольшой поводок. Впереди грузик. Не ловят, как мы, да? Мне кажется, может, они адаптировались, может, действительно так тут надо ловить. Как бы такой отводной, даже не отводной, но столько рыбы, ребята. Поэтому и птица здесь крутится. Везде выпрыгивает, я смотрю, и шед. Это, не знаю, наверное, порода какая-то селедочная. Ух ты! Вон впереди. Есть несколько видов шеда. Есть American Shed. Он вообще как селедка, только большого размера. А есть Hickory. А, не, American, да, перепутал. Есть Hickory Shed. Это как селедка здоровая. Ее мы в Делавэр весной ловим. А есть другой, он называется American. Он похож на леща, но он такой вонючий, его есть невозможно. Ну, он впереди, он там просто его кишит, выпрыгивает, поэтому там он и крутятся орлы. Наконец-то! Судачина точно, ребята. Гарантирую.
Ну, будь судак, пожалуйста. Да. Он, и хороший, ребята, хороший. Файн. Yes. Ребята, это он, ленинградский почтальон, борода. Сделаешь фотку? А? Фотку забабахаешь? Там парень сразу тоже взял судочка. Он на отводной. Вот на такой кайтэч. 14 грамм. Чебурашечка. Фух. Ну. I love it, guys. I love it. Первый судак здесь. Сразу после того, как я достал первого судака, откуда ни возьмись, появился инспектор, решил померить рыбу. По правилам Мэриленда, судака можно взять 5 штук в день, и они должны быть не меньше, чем 15 инчей. Да? Ну, он посмотрел на рыбу, он даже ее не мерил. И проверил наши лайсенсы, лицензию на рыбалку. Когда я покупал лайсенс в Мэриленде, там было несколько штук. И как бы я подумал, что для Fresh Water как раз здесь подойдет. Я его купил, и он оказался не тот, который нужен. Да? Тут нужен был другой, ловли в Chesapeake Bay. Ну, во всяком случае, этот инспектор оказался хорошим парнем. Он мне сказал, чтобы я чисто купил другую лицензию. И как бы мы разошлись, он разошел дальше ловить. Все было нормально, я тут же с телефона купил и продолжил ловлю. А, really? Yeah. Okay. I won't write any tickets, but you gotta let the fish go. Ah, sure. Yeah. Далеко бросаю. Ух ты, головой бьет как, а? Yep, walleye. Такой же мой. Хороший такой же. Yeah. Красавчик. А? На мелкого. Я думаю, что 15 есть. Вау. Да, на мелкого и очень далеко. Понимаешь?
засады. Ну да, я его тащил уже, просто он схватил это. На ходу? На ходу, да. Полосатый товарищ. Если он появился, возьми на белую сейчас, значит, 100% можно лупануть. Белую, да. А я тебе что говорил? Ну не должен. Со мной поедет, так что-то ловит. Хуя, блядь, постоянно рубалку. Ну это тоже, по-моему, судачок, потому что прямо с первого же тычка, знаешь. Судачок хороший, такой мерный. Судачина. Это тоже все мерные. Пятнашка точно есть. Я думаю, что 15 есть, не? Да. Ничего не меряем, мэн. Ну ладно. Все время думаю, надо бросить маленькую рулетку, чтобы начать. Да. Потому что, ну, тут видно, что... Ну что, друзья, прекрасный получился день. Три судака, один страйбес небольшой. Судаки отличного размера. Я потом померил. Два по 19 инча, один 21. В Мэриленде можно брать 5 штук, больше 15 инча. Да? Так что мы были в норме. Вначале было как бы немножечко непонятно, не клевало ничего. Минус 2, такая температура какая-то. Вчера снег был. Но потом чуть-чуть поэкспериментировал, да. Ловил я сначала на белый хай-тейч, такие небольшие, где-то 4,5 инча. Шедики. Потом чуть-чуть больше я поставил зеленого цвета, и вот на них отработало замечательно. Чебурашка, грузик стоял 21 грамм. Клевал он на дальней дистанции, где бы, вот я заброшу чем дальше, пару раз баунснул и повисал. То есть, ну вот так. Так что, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал и увидимся на рыбалке, друзья. Всем удачи!